Добрый день! Приветствую вас на моем мастер-классе. И сегодня я предлагаю вам нарисовать вот такую вот очень народную композицию. Это вазон с цветами. Рисовать мы его будем, ну, по крайней мере, я буду его рисовать народным инструментом, рогозинкой. То есть очень народную композицию. Я буду рисовать очень народным инструментом, рогозинкой или рогозом. И начинаю я с того, что наши цветочки, ромашечки, рисую прямыми мазочками, рогозом и обычной голубой или светло-синей краской. Если у вас нету рогозинки, вы можете ее заменить или же пипеткой, или же ватной палочкой, или же пальчиком, или можно рисовать кисточкой, переходными мазочками. Например, взять светло-голубой, а на кончик голубой цвет и рисовать вместе со мной вот такие вот голубые ромашечки. Как я уже и говорила, вазон – это самый распространенный мотив, самый народный мотив народной живописи, ну и, соответственно, самый распространенный. Он распространен не только в Петряковской росписи, но и во многих других народных искусствах. И универсален не только для Украины, но и для многих других народов, начиная с древности. То есть вазон с цветами – это элемент народной живописи, народного искусства очень многих народов. Его очень часто сравнивают с деревом жизни или деревом рода. И вот изображают иногда таким образом просто вазон, из которого растут цветы, растет дерево. Поэтому мы сегодня с вами рисуем очень-очень народную композицию, причем еще и очень народным элементом. Его использовали и в настенной росписи рисовали, украшали стены домов. Также вазон используют и использовали в орнаментах вышивки, качество, в керамике. Керамику расписывают таким вот образом. В общем, он очень народный, очень традиционный. Поэтому сегодня мы его с вами и нарисуем. Что касается рогозинки, это тоже такой народный природный инструмент Петряковской росписи. Изготавливается рогозинка из рогоза. Рогоз – это такой камыш, даже больше не камыш, а трава, которая растет в воде, в разных водоемах, болотцах, на прудах. Это такая вот трава с коричневыми сосисочками. Примерно где-то в конце октября, начало ноября рогоз срезается. Срезается именно вот эта вот палочка с сосисочкой. Сосисочка отрезается, выбрасывается, а палочка, на которой держалась сосисочка, нарезается уже не такими большими, маленькими палочками, под углом 45 градусов, подсыхает, и вот инструмент для рисования, можно сказать, готов. Единственное, что нарезать палочки нужно не очень маленькие. Вот у меня, видите, такая маленькая палочка, ее не очень удобно держать в руке.
Вот, поэтому желательно длина палочки должна быть примерно такой, как длина обычного простого карандаша, чтобы удобнее эту палочку было держать в руке и рисовать. И вот ее нарезают 45 градусов, а потом просто макаете ее в обычную краску, гуашь или акрил, и рисуете. Вот такие интересные, красивые мазки, ровные, симметричные получаются с помощью рогоза. Вот так вот. И у нас еще осталась еще одна ромашечка. Мы дорисовываем, и больше нам рогоз не понадобится. Рогозом я буду рисовать здесь только ромашечки. Еще нам для рисования этой композиции понадобится обычная кисточка белочка или колонок номер 1 и номер 2, аптекарская пипетка и простой карандаш, чтобы прошкрябать некоторые наши элементы, оформить. Ну и, соответственно, мы рисуем петряковскую роспись, поэтому нам не обойтись без кисточки-кошачки никак. Итак, мы закончили с нашей ромашечки. Теперь с помощью пипетки рисуем ягодки-калинки. Наша композиция будет в таких холодных, темно-синих, светло-синих тонах. Поэтому ягоды калинки мы рисуем синей краской. У меня она называется аквамариновая. То есть она не синяя, а вот такая немножко отличается, видите, от голубой. И немножко будет отличаться от синей. Она называется аквамариновая. Ну, если у вас нет аквамариновой, берите просто синюю краску. И рисуем синие ягодки. Так, ягодки готовы. Теперь делаем оживочку нашим ромашкам. Краска на ромашках уже подсохла, и мы темно-синей краской делаем оживочку. Как получить темно-синюю краску? То есть не синей краской, а темно-синей. Темно-синюю краску получить — это в синюю немножко добавить черной. Совсем немножко. Немножко — это даже много. Нужно добавить. Если вы добавите много, то синяя краска станет черной. А нам надо, чтобы она стала темно-синей. И для этого вот просто на кончик того инструмента, которым вы разводите краску, вы наберите черное. Прям просто макните в черную краску этот инструмент. И перемешайте синий. И вот чуть-чуть-чуть-чуть, и получится темно-синяя краска. И вот такой вот краской мы рисуем оживочку нашим ромашкам. Еще нам для рисования понадобится лимонная или светло-желтая краска. Чтобы ее получить, надо в желтую немножко добавить белой краски. Потом синяя, светло-синяя или темно-голубая. Чтобы получить светло-синий, нужно в синюю чуть-чуть добавить белой. А чтобы получить голубую, нужно в белую добавить синий. И еще нам понадобится изумрудная краска. Это такая смесь зеленой краски, синей краски. Если у вас вообще она в наборах продается, но если у вас ее нету, то ее можно сделать, добавив зеленую краску немножко синей,
и у вас получится изумрудное. Вот такие краски нам еще понадобятся для нашей композиции. Мы продолжаем оживлять наши ромашечки. Оживляем темно-синий краской с помощью кисточки из кошачьей шерсти кошачкой. Кошачка — это самодельная кисточка, тоже народный инструмент, инструмент петриковской росписи, как и рогозинка, которой мы рисовали наши ромашки. Подстригается обычный домашний дворовой кот, причем считается, что чем кот беспородистей, тем лучше будет рисовать кисточка. Так вот, подстригается беспородистый дворовой кот. Ну, перед этим, конечно, его нужно поймать, угостить колбаской, мяском, чтобы он согласился поделиться своей шерстью. А потом аккуратно ножницами срезать у него пучок шерсти. Срезать тоже нужно с определенных мест. Очень хорошо для кисточки подойдет шерсть, которая находится на груди, на животе, за ушками или под лапками. Та шерсть, которая на боках или же на спине у кота, она не подходит, она слишком жесткая, а нам нужна мягенькая шерсть. И вот как раз подойдет шерсть, которая на груди, за ушками, на животе. Я обычно срезаю, у меня есть свой котик дома, и я срезаю обычно на груди у него кусочки шерсти и за ушками. Вот, срезаете пучок шерсти, наматываете эту шерсть на палочку с помощью ниток, закрепляете потом эти нитки клеем или лаком для ногтей. Я закрепляю клеем момент. Я жду, когда высохнет. Равняю кисточку, то есть шерсть должна быть вся ровненько на одном уровне. Та шерсть, которая выбивается там маленькими ворсинками из всего пучка, ее просто пальчиками аккуратно выщипываю. Не подстригаю кисточку, а пальчиками выщипываю. Равняю кисточку, и когда подсохнет клей, высохнет на нитках, можно этой кисточкой начинать рисовать. Мастер-класс по изготовлению кисточек кошачек есть у меня на канале видеоурок в разделе «Мой блог». Итак, мы уже оживили наши ромашечки. И теперь будем рисовать листочки. Основной цвет — это вот наш изумрудный, а на кончик мы берем темно-синий, который мы в синий добавили черный. И вот получается вот такой вот очень яркий, красивый, но при этом холодный цвет. И рисуем с помощью этих двух цветов, изумрудного и темно-синего, листики. Вот так вот. И пока листик еще не высох, мы рисуем с помощью вот такой вот деревянной палочки прожилочки на нашем листике. Так называемое делаем прошкрябывание. У меня есть, вот видите, специальная палочка. Это обычная палочка из-под суши. Я ее ножиком заострила, сделала острой. И острым концом теперь шкрябаю.
По сухой краске вы это не сделаете, поэтому прошкрябывание можно делать только когда краска еще не высохла или чуть-чуть начала подсыхать. Если у вас нет возможности изготовить такой инструмент, как я, вы можете использовать обычный простой карандаш, тоже его хорошо подточить и рисовать, делать прошкрябывание прям грифелем карандаша. Единственное, желательно, чтобы простой карандаш, грифель был твердый, а не мягкий. То есть на карандаше стояла буква Т или латинская Б. Нет, или Б это мягкий карандаш. Сейчас вам не скажу. Точно. Вот. Потому что мягкий грифель оставляет следы на бумаге и на краске. Потом, когда краска с грифелем высохнет, грифель уже нельзя будет резиночкой потереть. А вот твердый грифель, он на мокрой, по мокрой краске практически не рисует. Поэтому вот можно заменить им мою вот такую деревянную палочку. Некоторые мастера петриковской росписи просто берут свою кисточку и обратную сторону кисточки ножиком тоже подтачивают, заостряют, и у него и получается один инструмент и кисточка, и в то же время можно и шкрябать этой кисточкой. И вот видите, за счет прошкрябывания мы убираем тоненькими линиями краску, и сквозь нее, сквозь вот эти вот шкрябалки, просвечивает наша бумага. И вот здесь, в этой композиции, это смотрится очень гармонично, потому что наши ромашки, вы видите, мы их рисовали рогозинкой, и очень хорошо такие мазочки просвечиваются, прозрачные мазочки. Вот чтобы добавить прозрачность также и листикам, мы их вот так вот шкрябаем. Не надо. И смотрится очень гармонично. Прозрачные листики и прозрачные цветочки. Вот так. И опять шкрябаем. Тут вон коробка лежит. Спасибо. И опять шкрябаем. И последний листик еще у нас на этой стороне нашей веточки. И одна сторона веточки у нас практически закончена. Мы переходим рисовать следующую сторону. Листики на следующей стороне веточки.
Ну так, пока краска не высохла. И теперь рисуем противоположную сторону нашей композиции. Вы видите, да, что в композиции у нас так элементы все зеркально отображены. Такая у нас очень симметричная, устойчивая композиция. Но обычно вазоны, они так и рисуются, что композиция симметричная. За счет вот этой симметрии передается такое состояние устойчивости, покоя. Как будто в этот момент времени все замерло. Иногда симметричный рисунок – это не обязательно зеркальное отображение деталей вокруг горизонтальной или вертикальной оси. Но вот сегодня мы рисуем вазон, и у нас как раз симметрия зеркальная, то есть зеркальное отображение. Рисунок слева и справа вертикальной оси идентичен. Так, следующий листик. Вот это вот сочетание изумрудного и темно-синего дает такой очень красивые оттенки, когда вот они смешиваются на переходном мазочке. Такой идет очень приятный, красивый контраст. Хотя и холодный, но такой очень яркий. Еще один листик. Так вот. И не забываем его потом пошкрябать немножко. Заканчиваем нашу веточку. Осталось у нас 3 листика. И потом еще 2 центральных внизу, которые будут у нас из вазона расти. И получится, что основные элементы композиции мы нарисовали. Останутся только мелкие элементы. Центры наших ромашечек надо оформить, ну и соответственно сам вазон, саму вазу нарисовать, из которой растет вот это вот наше дерево, наши цветы. Вот такими вот композициями, вазонами расписывали печи, на печах рисовали вазоны. На стенах рисовали, там, где кровать была, в изголовье кровати, рисовали вазоны. И между окнами. Так, и последний листик.
Если вы прошкрябывание делаете простым карандашом, не забывайте после каждого прошкрябывания вытирать карандаш тряпочкой или салфеткой, чтобы краска на нем не застывала, иначе потом он не будет шкрябать. То есть прошкрябали, но я вот и палочкой, когда шкрябаю, я пошкрябала и палочку вытерла. Шкрябаю следующий листочек, пошкрябала, опять вытираю палочку. То есть не забывайте, потому что краска на кончике застывает, и кончик уже не такой острый, и будет не так хорошо шкрябать. Вот такая вот у нас красота, такая зимняя. Изумрудно-голубая получилась. И осталось у нас два больших листика в центре композиции, которые из вазона у нас растут и поддерживают три цветочка сверху, три ромашки сверху. Не забываем пошкрябать его. Тут закрою, чтобы не было дырочек, окошечек. И теперь шкрябаем. Рисуем последний листик с другой стороны. Шкрябаем. Вот так. Основные элементы композиции у нас готовы. Сейчас мы добавим еще немножечко таких аквамариновых ягодок. Цвет на пипетку набираем такой, который мы рисовали ягодки синей калины. Вот так. По ягодке сбоку и ягодки внизу на веточку. Я думаю, достаточно ягодок и достаточно вообще каких-либо элементов. Теперь голубой краской мы рисуем наш вазон. Просто закрашиваем вазон голубой краской, а потом, когда краска подсохнет, сверху мы сделаем нашей вазе, нашему горщику орнамент. Аккуратненько, чтобы не очень видны вот эти были разводы и следы от кисточки, чтобы более однородно смотрелось. Так, горшочек наш
готов, пока он сохнет, мы темно-синей краской нарисуем линии роста, веточки, на которых у нас держатся все наши элементы. Сначала одну сторону, потом другую. Рисуем веточки нашим ягодкам калины. Теперь другую сторону также. Опять веточки калины добавляем. Вот. И теперь у нас все элементы прикреплены к своим веточкам. Они все у нас растут. Они витают в облаках и не болтаются в воздухе. Теперь еще вот здесь вот можно добавить такие веточки, листочки, чтобы убрать пустоту вот в этих уголках. Темно-синей краской или же смешать темно-синюю с изумрудной, то есть она будет немножко темнее изумрудной, или же темно-синей краской, и нарисовать еще вот такие вот веточки, листики с одной стороны и с другой стороны нашей композиции. Элемент, с помощью которого я рисую вот эти вот веточки, листики в петряковской росписи, называется орешек. Вот этот вот, что я сейчас рисую, это орешек. И еще такая веточка сверху. Ну вот, я думаю, этого достаточно. Все остальное это будут просто тоненькие, коротенькие, длинненькие травки-былинки в нашей композиции. Мы еще добавим больше элементов, мне кажется, добавлять не стоит, потому что композиция и так насыщена, всего предостаточно. Вот сейчас еще вот здесь вот отдельные ягодки я оживлю, темно-синей или темно-изумрудной краской,
с одной стороны и с другой стороны композиции. И у нас еще останутся серединки наших ромашек, и нам нужно сделать декор нашему вазону, нашей вазе. И композиция будет готова. Смотрите, серединки я рисую светло-желтой краской. То есть не чисто желтой, а в желтую я добавила немножко белой, потому что мы везде используем холодные тона, а желтая краска, она горячий тон. И чтобы ее немножко приглушить, я в нее добавила белого холодного тона, и она сразу не похолодела. И вот светло-желтой краской я делаю серединки нашим ромашкам. Причем делая, видите, каким образом? Я взяла спичку, на спичку немножко накрутила ватки. Эффект такой же, как если бы вы ягодки ставили ватной палочкой. Но ватная палочка, она толстая, а вот если ватку немножко накрутить на спичку, то отпечатки будут совсем, видите, маленькие получаться. Поэтому можно или как я, или сделать это все ватной палочкой, или же просто поставить большой кругляшок, большую ягодку пипеткой. И последняя ромашечка. Так, теперь декорируем наш вазон аквамариновой краской, краской, которой мы рисовали все ягодки и калинку. В композиции мы рисуем ягодки посередине нашего вазона. Вот так вот. Теперь к нашим ягодкам добавляем листики. Листики рисуем теми же красками, которыми мы рисовали листики в нашем букете, в наших цветочках. Изумрудный на кончик, темно-синий. Вот так вот. И теперь весь наш орнамент мы соединим кисточкой-кошачкой, когда это все подсохнет. А пока оно подсыхает, вот предлагаю еще темно-синий добавить в ягодки калины. Немножко утяжелить их с помощью темно-синего цвета. Видите разницу? То есть те ягодки, на которые я положила темно-синий цвет, они становятся, вот веточка кажется, что тяжелее стала, чем та, на которую, и которую я еще не оформила темным цветом. А вот в колористике считается, что темные цвета — это тяжелые цвета, а светлые цвета — это легкие. И вот оно очень наглядно сейчас видно, когда вот
одна сторона композиции уже была утяжелена темно-синим цветом, а вторая сторона композиции оставалась светлая, была более легкой. И заканчиваем наши ягодки. Вот так вот. Возвращаемся к нашему вазону. Соединяем все элементы декора кисточкой-кошачкой. Сначала так чуть-чуть оживим наши листики, а потом все соединим и посадим на одну веточку и ягодки, и листики. Вот так вот. Сначала листики, потом ягодки. Можно еще вот немножко травки добавить. Еще можно такой вот ободочек нарисовать возле горлышка, но это по желанию, можно и не рисовать. И темно-синий еще навести контур. Нашего глэчика. Вот так. Так, еще донышко можно добавить. Вот. Наш вазон уже тоже, вазочка наша готова. Добавим ягодкам немножко светлого, легкости такой. Вот наша ваза, наш глэчик готов. И теперь осталось только оживить композицию отдельными травинками, отдельными листиками, былинками. Я для этого смешала темно-синий с изумрудным. И вот у меня такой темно-темно-изумрудно-синий получился цвет. Очень похоже на тот цвет, который получился у нас, когда мы рисовали листики, смешивали эти два цвета, но он уже такой более однородный. И теперь не сильно будем усложнять композицию, утяжелять ее не будем. Просто небольшие штрихи с одной и с другой стороны. Единственное, что у нас картина симметричная и симметрично-зеркально-симметричная, поэтому все вот эти вот штрихи, они, постарайтесь сделать их похожими, идентичными с одной и с другой стороны, чтобы такая устойчивая композиция уже была у нас. Серьезная, я бы сказала, потому что вообще как бы дереву жизни, родовому дереву, да, присваивают такие магические свойства, такое философское значение жизни, смерти.
поэтому такое устойчивая композиция, серьезная композиция. С одной стороны, и также можем теперь с другой стороны подобное сделать, штрихи добавить. Так вот. Ну, можно сказать, что мы уже закончили нашу композицию. И, соответственно, подходит к концу наш мастер-класс. Надеюсь, что вам понравилось наше занятие. У вас получилось нарисовать вместе со мной такую красивую картину. Осталось вот нам ее только подписать, оформить в рамочку, и можно ставить на полочку, вешать на стеночку и любоваться. Последние штрихи аквамариновым цветом. Добавляем глазки нашим ромашечкам. И наша композиция готова. А я прощаюсь с вами. Всего доброго, удачи, пока!